непростая игра была сегодня. Вот. Мой первый матч в сезоне, как бы тяжело немного было. Вот. Достойный соперник, я считаю, был. Борьба жесткая была в углах. Тёма Лиходников травму получил. Меня выпустили. И по момент такой удачный получился, что наш защитник бросил, и она мне удачно отскочила на клюшку, и вратаря там не было, почти пустые ворота, я спокойно закинул туда. Ну все, выиграли игру, 3 очка взяли, едем дальше в Чехов. Спасибо болельщикам, что поддерживали нас. Как бы поддержка чувствовалась.